чисто. На технику пробью. Сейчас. Так, сам, не помогайте мне. Так, сейчас. Так, что вы стали два олуха? Помогите мне уже скорей. Аккуратненько. Так, опускаем нижнее. О. Сейчас вы, черт возьми, я тут чуть не состарился. За что я вам плачу? Господа, у меня к вам дело. Джонни. Приглашение на турнир. Битва за район. Здравствуйте, здраво, спасибо. Да. Нас это не интересует. Пойдемте, парни. В жизни каждого мужчины наступает такой момент, когда он не может просто так взять и уйти домой, к своей мамочке, вместо того, чтобы защитить честь своего района. И пора бы уже из сопляков превратиться в настоящих мужиков. Мы согласны. Объявляется открытый! Так, а с кем я драться-то буду? Да с Игорем. Что? С козлом? Я думал, это нормальный турнир. Дайте мне кого-нибудь нормального! Вы видели этого козла? Я мою руки. А как же район? Это я приехал только 8 лет. Мы съезжаем. Мама уже купила квартиру. Отпустите меня! Да давай, за наш родной район! Там машину некуда поставить. Давай, за наш район! Вот иди сам за район. Я что, идиот? Чтобы победить козла, ты должен думать, как козел. А как думают козлы? Бойцы! Молодцы! Где ты был? Я продержался 20 раундов. Где обещанные деньги? Какие деньги? Я на вас не ставил. Ты что? Ставил на козла? Это бизнес, сынок. Хотите денег, сразитесь с Виталиком!